позволю вам убить еще одного члена моей семьи. Никогда. Молодец, Паро. Идем. Не уходи, Паро. Он убьет тебя. Не уходи с ним. Сэр. Сэр, очнитесь, сэр. Сэр, воды. Сэр. Паро. Где Паро? Тебе не о чем волноваться, Паро. По правде говоря, ты очень смелая. Я никогда никому не причиняла боль. А сегодня я ударила его. Успокойся, Паро. Дай мне подумать о том, что будет дальше. Не вылезай из машины, дочка. Это опасно, нас могут увидеть. Я ударила его. Я покалечила его. Да, и что с того? Если бы ты не ударила его, то он бы бил меня. Тогда ты была бы счастлива? Что-то не так. Почему? Я чувствую себя плохо. Прости меня, милая. Просто я взволнован. Поэтому и накричал на тебя, иначе бы я в любом случае... Ты успокойся, ладно? Очень скоро все проблемы, беспокоящие тебя и меня, будут решены. Сэр, он увез ее на машине. Мы не знаем, где они сейчас. Сэр, еще не все потеряно. Наша миссия прошла успешно. Сообщники Теджавата и деньги за оружие — достаточное доказательство его вины. Но что с этой девушкой, Аман? Он ведь убьет ее. Теджават не пощадит Паро. Он убьет ее, убьет ее. Ключи. Дай, сэр, мне ключи. Вы... Сэр, вам не стоит ехать одному. Это опасно. Сэр, я поеду с вами. Глупая девчонка. Господин доктор, как он? Он все еще без сознания, состояние нестабильное. Что вы говорите? Как такое возможно, доктор? Мой брат скоро поправится, да? Я могу войти в палату? Он услышит мой голос и придет в себя. Он придет в себя. Сэр, я понимаю ваши чувства.
Но у нас нет других вариантов, кроме как ждать. К счастью, он не сгорел. У него есть проблемы с легкими. Именно поэтому он стал задыхаться. Да, сэр, у моего брата астма. Его легкие повреждены. Состояние критическое. Сейчас мы не можем делать прогнозы, я не хочу давать вам ложную надежду. У него мало шансов на спасение. Как же так? Попытайтесь его спасти! Попытайтесь! Папа! Папа! Приложите все усилия! Папа, не теряй надежду. Брат. Слушай, Самрат, позвони Рудре. Он должен знать обо всем. Звони ему. Свадебная процессия, на которую напала СБГ. Это была моя процессия. Каждую ночь. И каждый день я оплакивала своего мужа. Но правда в том, что я жива благодаря его смерти. Он хотел убить меня. Но в него выстрелили для того, чтобы спасти мою жизнь. Я лишь сегодня узнала правду. И я прошу прощения за подозрение, борьбу и мое упрямство. Мне очень жаль, что погибли ваши военные. Они пожертвовали жизнями ради своей страны. А я поддерживала своего врага. Но больше не стану. Я не поддержу мерзавца. Я буду бороться ради правды. Простите меня. Она храбрая дочь нашей нации, которую Теджават хотел убить. Она боролась с ним, а также предоставила доказательства СБГ, на основании которых мы можем задержать преступника. Наша страна должна гордиться этой девушкой. У нее есть силы бороться с преступниками и несправедливостью. Но, сэр, что с ней теперь будет? Вы же понимаете, что теперь ее жизнь в опасности? Не беспокойтесь об этом. С ней ничего не случится. Теперь важнейшая миссия СБГ — ее защита. И мы обеспечим ее безопасность. Пожалуйста, конференция окончена. Уходите, мэм. Сэр, какие еще новости? Сэр, ответьте на наши вопросы. Нам пожалуйста, сэр, это важно. Уходите, прошу. Сэр! Я ждала вас. Мне нужно поговорить с вами. Сегодня вас не было рядом со мной, чтобы спасти меня. Замолчи. Храбрая девчонка, которая сбежала от Эджавата, чтобы помочь своей стране, а заодно и СБГ. Где ты была, когда я постоянно говорил тебе, что ты поддерживаешь подлеца? А сейчас внезапно увидела правду, да? Потому что он наставил на тебя пистолет. Он дал тебе почувствовать близость смерти. Он признался во всех
своих преступлениях прямо передо мной. И да, он приставил пистолет к моей голове. И только тогда я поняла, что враг вовсе не вы, а он. Хватит! Мне вообще наплевать, заставил ли он тебя принять этот факт. Меня заботит только то, что ты натворила до осознания правды. И теперь из-за этого я хочу прикончить тебя прямо здесь и сейчас. Почему вы так говорите? Что я такого сделала? Почему ты так расстроен? Я просто попросила тебя вернуться домой. Махини, как ты можешь думать об этом, когда мой брат в таком состоянии? Как мой уход повлияет на его здоровье? Что с ним случится? У меня тоже есть дети. Мне надо заботиться о них. Сунери сильно испугалась, увидев пожар, и сам брат поранил руку. Если хочешь, иди, пожалуйста. Я остаюсь. Почему ты так озабочен? И где его сынок? Его отец умирает, а он... Зачем вы привезли меня в больницу? Что случилось? Парвати, дочка, ты в порядке? Зачем вы оба? Больше ни слова. Смотри. Отец? Что с ним случилось? Хватит притворяться. Ты хорошо знаешь, что с ним. Ты хотела убить его? Отец! Прекрати! Хватит притворяться невинной овечкой. Рановат в таком состоянии из-за пожара, устроенного тобой. Что? Что? У тебя еще хватает наглости спрашивать меня? Что бы ни случилось сегодня, все это из-за тебя. Это ты устроила пожар. Это ты считала Таджавата невиновным. Ты ударила меня и сбежала с ним. Я прощал тебе твои выходки, но не за то, что ты сделала с моим отцом. Я сделала... Таджават... Как ты посмела сотворить это с ним? Ты питаешь ко мне неприязнь, так? А этот человек всегда заступался за тебя. С самого первого дня. Чтобы защитить тебя, он даже мог осмелиться пойти против меня. И вот как ты заплатила за его заботу и доброту. Ты решила взять и сжечь его заживо. Что вы говорите? Как я могу сделать такое с отцом? Даже не смей называть его отцом! Ты не заслуживаешь иметь с ним какие-либо отношения. Твои слезы не трогали меня раньше, не тронуты сейчас. Я знаю, что твои слезы лживы, так же, как и то, что ты называешь его отцом. Ты ему не дочь, но даже не знакомец. Никогда бы не сжег другого человека. Клянусь Богом, я ничего не делала с отцом. Зачем ты врешь, приплетая имя Бога? Сунери своими глазами видела, как ты подожгла комнату Деверя. Что? Зачем ты врешь, невестка? Я видела своими глазами, как ты подожгла комнату дяди. Не стоит демонстрировать уважение к ней, сестра. Она никогда не была твоей невесткой, да и не хотела быть. Она обвела нас вокруг пальца,
И мы заплатили высокую цену за любовь и уважение к ней. Сестра. Я ведь только окликнула тебя, но ты... Ты даже не остановилась. Сестра Сунери, меня там не было. Я была... Это была ты. Ты была в наряде невесты. Ты бросила что-то в комнату дяди. Закрыла дверь и сбежала. Я пыталась остановить тебя, но не смогла. А когда проверила комнату дяди, она вся была в огне. А дядя... Сунерина, меня там не было. Ты, должно быть, ошиблась. Клянусь Богом, я не вру вам. Пожалуйста, поверьте мне. Не сойти мне с места, если это ложь. Я ничего не делала, я не поджигала комнату. Почему, отец? Отец, отец. Не приближайся к нему. Перед отъездом отец благословил меня. Пожелал победы. И вам. В ответ на его благословение ты решила сжечь его. Ты хотела, чтобы он потерял веру в тебя и жизнь. Убирайся отсюда. Хватит! Я никуда не уйду. Зачем мне уходить? Если я ни в чем не виновата, то зачем мне уходить? Зачем? Зачем тебе оставаться? Хочешь стать свидетелем его смерти? Стервятники ожидают смерти своей жертвы, но, как я вижу, ты все еще человек. Убирайся. Рудра, стой, Рудра, Рудра. Успокойся, послушай меня. Успокойся и подумай. Парвати ведь так долго жила с нами. Неужели ты думаешь, что она способна на такой поступок? А кто-нибудь мог представить, что моя мать так поступит с нами? Она разбила сердце моему отцу 15 лет назад. 15 лет! Она тоже невинна? Ты мог поддержать ее, встретиться бы с ней сейчас? Решил бы поговорить с ней? Нет, ведь так. Говори. Ну говори же, я знаю. Не решился бы. Красивая женщина вновь попыталась разрушить жизнь моего отца. Разница только в том... Разница в том, дядя, что на этот раз он оказался в огне. Понимаешь? Сегодня мой отец в таком состоянии, потому что забыл о старом предательстве. Вот почему. Все произошло вот так. Он забыл, чему сам меня учил. Ни одной красивой женщине нельзя доверять. Нельзя. Но я этого не забыл. И никогда не забуду. Идем. Красивые женщины думают только о себе. Ты можешь просить меня оставить тебя в живых, заставить умереть или родиться, но не о доверии к тебе. Потому что я не доверяю тебе и никогда не буду. Рудра, ты вернулся. Теджават сейчас где-то поблизости. Взгляни, это ордер на обыск его дома. Настоящий, не фальшивый, как в прошлый раз. Мы поедем прямо сейчас, сэр. Хорошо, она останется здесь. Нет, сэр. Я отправлю ее в безопасное место вместе с другим офицером. Нет. Я хочу остаться с вами. Хорошо. Решим это позже. Теперь отправляйтесь в Бирпур.
Парвати, я хочу, чтобы ты встретилась с одним человеком. Тетя. Тетя. Ты все еще злишься на меня. Ты прости меня за то, что я не признала тебя в тот день. Дочка, понимаешь, никто не знал правды о том, что творится на самом деле. Мой мир рухнул. Тетя, это наш мир рухнул. Все наладится. Все будет хорошо, тетя, поверь мне. С нами рядом хорошие люди. Это СБГ, которых мы считали убийцами. Но на самом деле они наши защитники. Не плачь. Мы спаслись от демона. Мы в безопасности. Несмотря на то, что он жив. Тетя, он смеялся. Смеялся, когда рассказывал мне о фальшивых свадьбах в Берпуре. Он даже не знает, что случилось со всеми девушками. Мне удалось выжить. Но что случилось со всеми невестами Берпура? С моей Нанду? Я потеряла ее. Я потеряла свою девочку. Только Богу известно, вернется ли она к нам. Нет, тетя, так нельзя думать. Он спасет ее. Рудра найдет ее. И не только Нанду, но и остальных девушек Берпура. Они тоже ждут своего спасителя. Правда, дочка, правда. Тель-Джават управлял деревней на протяжении 18 лет. Он контрабандист. Рудру прислали к нам в этом году, и впервые кто-то решил противостоять Тхакуру. Его дни сочтены. Вот увидишь, тетя. Поехали домой. Это плохое решение. Не забывайте, Тель-Джават до сих пор на свободе. К тому же Парвати стала ключом в его деле. А значит, он попытается отомстить ей. Парвати не будет в безопасности до тех пор, пока мы не поймаем его и не посадим за решетку. Теперь мы обязаны защищать Парвати. Но, сэр, в нашем доме, Для меня нет места безопаснее. Зачем здесь? Это так? Вам не стоит беспокоиться. Парвати будет с вами на связи. Наши военные будут дежурить около вашего дома в целях безопасности. Тетя, ты помнишь мои слова? Не плачь. Жизнь преподнесла мне хороший урок, благодаря которому я научилась не терять надежду. Потому что там, где надежда, живет и вера. Верно, люди говорят. Время – лучший учитель, а ошибки – лучшие уроки. Я пойду. Пойду. Пожалуйста, позаботься о себе. Рам Сингх. Большое вам спасибо. Парвати, ты, видимо, решил остаться под присмотром Рудры? Если хочешь, мы организуем для тебя другую охрану. Нет. Я хочу быть рядом с Рудрой. Мне не требуются условия.
Я найду для себя угол и не буду никого беспокоить. Поверьте мне. Даже если вы приставите ко мне всех военных для защиты, я смогу чувствовать себя в безопасности только с одним человеком. Это Рудра. Странно. Когда мы виделись в последний раз, ты сказала мне, что Рудра – палач. И ты хотела быть подальше от него. Помнишь? Я ошибалась. Тетя была права. Время – лучший учитель. На своих ошибках учится. Рудра – не палач. Он мой спаситель. Он им всегда был. Им же и останется. Что случилось? Где Рудра? Состояние его отца ухудшилось. Господин Аман, отведите меня к нему. Прошу вас. Парвати, ты же знаешь. Знаю. Но мне очень важно сейчас быть там. Господин Аман, вы тоже думаете, что я виновата в том, что произошло? Помните, вы сказали мне, что вашу сестру звали Парвати? Я считаю вас своим братом. И поэтому я никогда не вру вам. Слушаю, сэр. Составьте список оружия, найденного у Таджавата. Доложим об этом сэру Сингху завтра. Я остаюсь. Ты можешь идти. Сэр, вы не поедете, да? Я вижу, как он скрывает свое подавленное состояние. Конечно. Ведь его отец. Мне подвезти тебя в лагерь? Нет. Я останусь здесь. Рядом с Рудрой. Так же, как и он всегда был со мной. Хорошо. Тебе подготовили еду. Поешь.